Остров Айтолико – это греческий остров, на котором обитает невероятное количество пауков. Сегодня мы поговорим именно про этот остров. Начинаем. Арахнофобам лучше не появляться на этом острове. Здесь просто невероятное количество пауков. Остров Айтолико – это очень жуткое место, потому что там паутина везде, абсолютно. Ни один арахнофоб там бы не остался даже на минуту. Там нет ни одного прохода для человека. Там невероятное количество пауков. Просто невероятное. 98% населения этого острова покинули место жительства из-за этих пауков. Большинство пауков безобидные. Там нечего бояться, никто из пауков не может тебя укусить. Даже если укусит, ни у одного пауков нет яда. Они все там безопасные. Но даже для людей, которые не боятся пауков, там будет безумно страшно, потому что там больше сотни пауков. Паутина сплетена на расстоянии 300 метров. Весь остров заполнен паутиной. Просто ужас. Пауки там буквально везде. Это не шутки. Остров Айтолико – это очень жуткое место для арахнофобов. Ну и не только. На этом это вся информация, которую я знаю. Если вам понравятся мои длинные видео, буду выпускать еще. У меня есть еще одна интересная идейка, и я вам могу про нее рассказать. Я уже готовлю следующее видео. Всем пока-пока!